Друзья, здравствуйте, с вами Юрий, канал Тик-Так Мир, мир японских часов. Сегодня с вами посмотрим на новую версию знаменитых 5000-х стальных G-Shock'ов. Это модель, ну как вы поняли по коробке, модель необычная, модель ограниченной серии. В России всего привезли на данный момент, сейчас у нас июль 2020, всего лишь две штуки. Будет ли еще неизвестно, скорее всего нет. Часы ограниченной серии и... Выделяются они своей лазерной гравировкой корпуса. Вот, пожалуйста, посмотрите, это черное покрытие корпуса, на которую лазером нанесена белая сетка. Такая, скажем, интересная разметка. Причем, что интересно, нанесена она даже на торцы крышки задней, что, ну, по мне, как-то даже немного удивительно. Не ожидал, что Casio до такой мелочи дойдет и будет даже на крышке все это дело изображать. Называются часы GMW-B5000CS1DR. Это часы на стандартном механизме стальных 5000-х. Мы не будем сейчас делать полный обзор. Он есть вот в правом верхнем углу. Посмотрите, обзор на остальные. Вообще много на канале таких часов. Я лично помню, что здесь есть, например, день недели на русском языке. Есть разного рода будильники, напоминалки. Есть Bluetooth для связи с телефоном. И эти часы, они идут как топовые квадратные модельки. То есть были и в Титане топовые модели более чем за 100 тысяч рублей. Были и лимитки более чем за 5 тысяч долларов. И даже в золоте. И вот сейчас, пожалуйста, модель в такой интересной расцветке. Кстати, на нашем Яндекс.Дзен проекте есть статья по поводу квадратных 5000-х. Все, что было на тот момент, там почитайте, там достаточно интересно. Как вы видите, модель с черным циферблатом, я думаю, белый бы сюда, скорее всего, не подошел. Как мне кажется, черный циферблат и белые цифры на нем очень гармонируют с общей концепцией расцветки данных часов, то есть вот с этой вот лазерной сеточкой, лазерной гравировкой. Интересная, конечно, вышла моделька, я думаю, ценители ее прочувствуют. Давайте я вам поближе покажу, как это все выглядит. Выглядит, кстати, достаточно красиво, оригинально, но, по крайней мере, чего-то подобного я не встречал. Да, модель не для всех, да, неуместно будет, возможно, в том же офисе, но как казуальный вариант, как такой часы выходного дня, мне кажется, очень даже неплохо. В конце добавлю, что официальная цена на данные часы 72 тысячи рублей, но поскольку они в дефиците, посмотрите в интернете, они стоят, к сожалению, гораздо дороже. На этом все, спасибо, заканчиваю, подписывайтесь на канал, если до сих пор не подписаны, есть у нас соцсети, телеграм-канал с актуальными онлайн-новостями, в инстаграме видосики также выкладываются, в общем, оставайтесь с нами, носите самые лучшие часы, всем пока.